Где остановились, там продолжили. Ой, не то. Еще раз. Во. Должен сказать, что я просто потрясен вашими военными успехами. Мне уже приходила в голову мысль заняться этим жалким крысенком. И я думаю, мы придем к взаимовыгодному соглашению. Это с кем, Том? Это он меня сейчас пытался подкупить, что ли? Или что? Я что-то не совсем понимаю. Интересное кино. Герцог де Пюс. Миссия 8. Сделка с дьяволом. Я немножко неправильно разделяю срочная видео. Срочная депеша от сэра Лонгарма. Жги. Должен вас поздравить с успехом, коим вы завершили последнее задание. Но нам предстоят еще более трудные испытания. Немедленно отправляйтесь к границам наших владений с проверенной группой ваших лучших людей. Все остальное узнаете по прибытии. Что-то чувствую какую-то подставу. Почти загнав лошадей, вы, наконец, встречаете посланца сэра Лонгарма и получаете от него новый инструкции. Ну-ну. Эль? Разведчики докладывают, что крыса вынужден атаковать под угрозой смерти. Вы должны помешать ему или заставить отступить. У нас нет времени собирать армию. Берегар по прозвищу Змея обещал прислать подкрепление в обмен на партию Эля. Когда крыса потерпел поражение, Берегар позволил нам занять соседнее с нами владение крысы. Займитесь выращиванием хмеля и варите эль. Но будьте начеку. Когда наши люди узнают о подробностях сделки, поддерживать дисциплину будет трудно. Можете использовать любые средства. Но необходимо одержать победу над армией крысы. Давайте попробуем. Постройте амбар, сэр. Не построю, сэр. Ой. Атака будет... Ой, какая маленькая карта. Ага, атака будет, видимо, вот отсюда, да? Хорошо, учтем. А, да. Сначала амбар, потом все остальное, да? Вашим услугам. Так, что у нас? Опа. Ага. На этой земле, значит, строиться нельзя, да? А чё ж так все печально-то? Сколько у меня дерева? Еще есть. Раз, два, три, четыре, пять. Ладно, с этим разобрались. Теперь с деревяшками. Одного сюда. Одного сюда. Это нельзя здесь одного разместить, сюда. Милорд. Одного сюда. У нас, по-моему, людей уже не хватает, да? Одного сюда. Одного сюда. Еды уже нет. Это нормально. Так. Так, что еще? Еще нужны камни, да? О, да ладно, что, серьезно? Офигеть. Это очень классно. Так камни, вот они. Прям вот так вот будут бегать. То есть вот сюда можно вообще никого не пихать. Обороняться, правда, неким, это да. Опять? Дурак! Ты скоро поплатишься за то, что вмешался в дела сильнейших. Уже идем. Даже не сомневаюсь, чувак.
Здесь надо как-то огородиться. Так, стоп, о чем я? Нехватка народа. А, скорость же маленькая. Путь, я думаю, чуть как это не заполняется. Ну, кстати, быстро он пришел. Тут крыса-то. Хватит людей-то, я даже не знаю, 12. А, еще даже не заполнилось. Тогда хватит. Сейчас они все разбегутся по точкам. Так. Какие будут указания? Ctrl 1. Кстати, а что у нас по производству оружия? Все опять плохо, да? Стрелки ни хрена больше. Но мне надо по-хорошему. Так, а что у нас по... Тут опять тоже та же самая жопа, да? Хоть там стену-то могу строить? Да? Нужен камень. Это понятно, что нужен камень. Вот сюда, да, могу воткнуться. Окей. То, что нужен камень, это понятно. Просто надо поставить так, чтобы лучники сразу добивали до врагов. Они атаковать, так они атаковать будут с одной стороны. В принципе, даже огораживаться особо не надо. То есть просто поставить парочку вот этих вот штук. Малокаменный барабан. И все, и я думаю, более чем будет достаточно. Нас более атакуют чем. Войска крысы. Ждем ваших приказов. Не вижу цели, сэр. Готовься. Оригинально. Серьезно? И как я должен был здесь отбиваться? Все, у меня нет войск. Вы че, угораете, что ли? Обалдеть. Постройте амбар, сэр. Это забавно. Нет, а серьезно, что от меня, вот тут сейчас от меня, что конкретно от меня сейчас требовалось? Как я должен был отбиться? Может, мне надо было войск там накупить? Ну, деньги, конечно, есть, я не спорю. Давайте попробуем. Сейчас на минималку поставлю. Сейчас, да блин, где этот долбанный торговец? Ты же, знаете, не дешевый товарищ, блин. Че он может? Еду, сырье. Луки-то тоже, блин, не дешевые, знаете ли, такие. Такие вот, такие, растакие, блин. Угу. Да? Я просто пытаюсь понять. Не хватает. Денег нет, золота. Да? Денег нет, но вы держитесь. Стоп. Да подожди ты, елки-палки. А, мне только 5, да? Отлично. Ну окей, давай попробуем. Ворота-то у меня есть. Да, ворота есть. Допустим, вот так сделать. Допустим. Лучники готовы. Долгая дорога. Долгая дорога. Долгая дорога. В смысле, вы издеваетесь, что ли? Они сюда еще и все не лезут? Давайте так. Мой лук к вашим услугам. Мы уже в пути. Да. Уже идем. Милорд. Выступаем.
Какие будут указания? Мы идем. Куда идем мы с пятачком, блин? А у меня денег нет на лучников. Не хватает оружия, сэр. Запусти. Послание от крысы. Дурак! Ты скоро поплатишься за то, что вмешался в дела сильнейших. Ждем ваших приказов. Ждем ваших приказов. Наверное, поплачусь, да. Есть такое подозрение, что я прям поплачусь за дела-то сильнейших. Ждем ваших приказов. Не хватает рекрутов, сэр. Да? Долгая дорога. Долгая дорога. Лучники готовы. Мой лук к вашим услугам. Сейчас посмотрим. Теоретически я должен отбиться. В теории. По факту хрен его знает. Может, отобьюсь. Четыре есть. Это уже не построишь, да? Сейчас ждать, пока доски приедут. Единственный вариант. Камни зря купил. Это да. Что-то это не подумал. Можете рассчитывать на нас. Куда пойдем? Всегда готовы. Давайте агрессивную есть позицию примите. Ну а вы стойте тут. Нас а как атакуют еще? Войска крысы. Какие будут указания? Сейчас вся надежда то, что стена как бы она немножко сдерживает урон. И в принципе это работает. Единственный минус, но вот они попёрлись в обход просто, блин. В наглую. Ждем ваших приказов. Ну класс. Ваши указания? Проще некуда. Да? Мы уже в пути. Уже идем. Все что делают? Приготовить стрелы. Да блин, ну... Нет, вы издеваетесь. И все. Лучники готовы. Что нам делать? Запросто. Мой лук к вашим услугам. Враг уже внутри замка. Нас атакуют. Че, милорду помогать будем? Милорд, мы идем. Так, давайте-ка мы... Какие будут указания? Пятерых вот здесь оставим. Ждем ваших приказов. Долгая дорога. Так, у нас есть доски, да? У нас есть доски. Доски можно продавать. Ждем ваших приказов. Да? Долгая дорога. А? Мы уже идем. Лучники готовы. Мой лук к вашим услугам. Вы все сюда. Ну то, что они вот так в наглую в обход, конечно, поперлись, это вообще-то за пределами, я говорю, добра и зла просто, блин. Нет свободных людей для этой работы. Придется изыскать людей-то. Так, вот, собственно, у нас и пошла первая партия. Давай. Первая партия пшена. Ой, ну да, пшена, наверное. Надеюсь, что это пшено. А не что-нибудь там еще. Опа. Так, отсюда. Что делать тут? Но тут строить нормальную каменную хрень, во-первых. С нее, по-моему, вид подальше, и атака побольше. Вот.
Сейчас сожратвой вопрос мы решим как-нибудь. Думаю, надо все-таки больше на камнях. Так, а камни можно продавать? Да, камни продавать можно. В всякий случай проверил, то мало ли. Бегом. Надо сосредоточиться на камнях. Причем очень сильно на них сосредоточиться. Потому что их, именно их я и буду продавать. А где тут? А, вот она. Это нельзя здесь разместить, милорд. Так, пошла мука. Все отлично. Я думаю, пекари тут будем ставить. Нет свободных людей для этой работы. Люди для работы есть. Людей у него нет, блин. Так, куда у нас лорд опять делся? Милорд, уже идем. Пусть тут стоят, хоть какая-то защита. Дополнительное милорду будет. Можете рассчитывать на нас. Ведь пусть тут загорают. Куда пойдем? Всегда готовы. Какие будут указания? Здесь все нормально. Пошла каменная тема, да? Поперла. Что, продавать будем или строить? Да я думал, продавать надо. А что два золотых? А продажи я 5. Передумал. Поскольку плата наемникам недавно возросла, мне нужно больше эля, чем мы договаривались. Справедливо, не правда ли? Не хватает товара. Как привезти? Он нас кинул. Ваших приказов. Удивительно. Долгая дорога. Бегом. Нет, сейчас с камнями. Камни надо все-таки продавать больше, нежели строить что-то. Нужно дерево. Дерева нет. Раз, два, три, четыре, пять. Так, с едой вроде более или менее порядок. Луки еще есть. Торговля камнями пока что не налажена. Не так хорошо налажена, как хотелось бы. Вот сейчас еще привезут 8 штучек, да? Не хватает есть. Товаров. Ждем ваших приказов. Отлично. А? Лучники. Так, сюда вы встать никуда. Долгая не дорога. Можете. Давайте сюда. В принципе, как вариант, можно... А что от одной башни толк будет? Вот сюда одну воткнуть, чтобы они так перекрестно расстреливали. Пусть все время закрыто будет. Нафиг, на всякий случай. Небольшой отряд крысы приближается к замку. Вот это ладно. Не хватает товаров. Блин, чуть не купил, вы видели, да? Эти муку тоже можно будет продавать. Тут все, кстати, можно будет продавать, действительно. Либо налоги, либо продавать, одно из двух. Посмотрим сейчас, на самом деле. Потому что пока не очень понятно, как лучше. Нет свободных людей для этой работы. Изыскать. Нужно дерево. Людей нет, дерева нет, ничего нет. Мы в полной жопе. Люди есть. Вопрос, откуда этот отряд приближается? Ну, вроде других точек не видел. Как бы тут нас атакуют войска крысы. По крайней мере, в этом плане. Лучники готовы. 20 лучников. Не хватает товаров. Плохо.
Мои лучники стоят на стене. Ваше указание. Выступаем. Враги не выдержали нашего натиска. А, даже так? Как хорошо. Ладно, это прям замечательно. Не хватает товаров. У нас же какая задача здесь? Ага. Но основная тема это Эли. Не, ребят, я сейчас сначала укреплюсь. Я понимаю, что как бы я тут могу тормозить и все такое прочее. Не, народ, я сначала сейчас прям укреплюсь. Потому что знаю я этих крыс, блин. Все остальное шваль. Так, добавили тут рубщиков, да? Нет, ладно, сюда никого не будем ставить. Ну его нафиг. Ну, сюда троих можно. А и пока они туда-сюда ходить тут будут, блин. Не хватает товаров. Пожалуйста. А крестьян нету. Какой кошмар. Что делать? Змей сейчас, естественно, тянет время. Естественно. Это же гадалки ходить не надо. Тупо тебе, гаденыш, тупо тянет время. С одной единственной целью. Прокинуть нас. Ну. Идем ваши приказы. Мой лук к вашим услугам. Долгая дорога. Долгая дорога. Давайте. Милорд. Скапливайтесь. Так, что у нас еще? У нас проблемы. Кстати, а хмель он тоже только здесь, да? Да, он тоже только здесь. Ну а чё хмель? Хмеля одного хватит. Одно какое-нибудь место оставить под него. Вот здесь вот. Все. Так, пошли ко мне. Так, немножко уже поактивнее, как я погляжу, да? Да, уже слегка повеселее стало. Лань камушков. Тут ребята загорают, все хорошо. Контролируют, так сказать. Здесь еще парочку. Раз. Отлично. Два. Я же надеялся, вдруг сюда что-нибудь поместится. Нет. Здесь никуда ничего. Здесь никуда ничего. Тут никуда ничего. Здесь тоже ничего, к сожалению, не ставится. Плохое место. Ну вот как раз одно место под хмельника осталось. Даже не одно, по-моему, тут два хмельника можно воткнуть. Хотя почему бы и нет? Или пока болт с ним. Не знаю, хочется загнать. Не хватает немножко товара. Спокойно поиграть, не торопясь. Не хватает рекрутов, сэр. Ну хорош, чуть вдруг не хватает. Алло. Рекрут сюда. Идем ваших приказов. Ну так. Долгая дорога. Ты мне ля-ля не люлю. Да? Сколько тут? 25. Красота. Потихонечку начнем делать вот эти штуки. В деревнях говорят, что видели отряд крысы в этих краях. Ужас. Не, ну тут либо стенку поставить. Так, кстати, а чё бы нет? На самом деле. Допустим. Вот так вот.
Чё? Нас атакуют войска крысы. Ужас. Ну чё такие войска крысы? Здоровые. Не маленькие. Не хватает товаров. Так, надо с пекарнями. С пшеном. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. С пшеном так более или менее. Послание от крысы. А, жги. Мир сошел с ума. Я тебя уничтожу. Это вряд ли, чувак. Нет свободных людей для этой работы. Два, два, три. Нет свободных людей для этой работы. Нет свободных людей для этой работы. Изыскать. Есть люди для этой работы. Нет, не ля-ля. Чего у него нет? Не выдумывай. Да. Да. Все. Жрачки всех вроде обеспечили. Не хватает товаров. Ну, цыц, блин, еще. Не хватает рекрутов, сэр. А, ну да. Точно. С рекрутами тоже беда. Причем полнейшая. Ладно, не будем мы с налогами возиться. Не буду этим, как говорится, заниматься, ну его нафиг. Что нам делать? Кстати, вас-то уволить можно. А что, они сейчас быстренько разбредутся? Не хватает товаров. Не хватает рекрутов. Это все. Ребят, махом. Вот в чем проблема. Ну блин, народ, ну вы че? Что значит ноль? Посмотри, идут. Они сейчас. Вот этого я, конечно, не учел. Что они вот сюда сначала должны подойти. То есть они заняли лимит. Но при этом как бы они еще не... Но не... они пока еще заняты. Ах, вон что. Надо вот анимацию поклона. Идем в ваши приказы. Что, деньги кончились? Не хватает товаров. Идем в ваши приказы. Хватает рекрутов, сэр. Ужас. То рекрутов, то товаров. Ждем ваших приказов. Вечная нехватка всех. Нужно золото. Опять золото? Может, какие-то все меркантильные? Кошмар. Не хватает товаров. Ждем ваших приказов. Лучники готовы. Долгая дорога. Бегом. Вот тут десяток. Здесь такую же фигню можно сделать, действительно. Чего так с этими воротами заморачиваюсь? Просто стеночку фигануть. Кстати, вопрос. А можно будет здесь сейчас вот стенку вот перед этой штукой поставить? Нет, нельзя, да? Ну, сейчас я по ней сделаю. По вот этой вот. По ней. По ней аж, блин. Мои графства не так давно пострадали от штормов. И я боюсь, мне нужно еще больше эля, чтобы выручить необходимые деньги и нанять армию. Он так и будет нас дурить, да? До упора причем. Дай бог с ним. Пусть не страдает. Не хватает товаров. Кто я такой? Ну его нафиг. Так, с едой все хорошо, да. Еда обеспечивается. Все, тогда не будем заморачиваться. Никаких налогов в топку. Прямо, да, пшеном обеспечивают. Вообще красота.
Сейчас мы поставим еще одну. Еще одну мельницу. Людей слегка. А, собственно, зачем? Не, ну, наверное, мука-то подороже все-таки будет стоить. Или ее нельзя продавать? А, муку продавать нельзя. Тогда стоп. Ну, посмотрим. Сейчас что-нибудь сообразим. Так, золото. Послание от вашего... Дурные вести, сэр. Герцог де Трюк по прозвищу Кабан только что занял одно из нейтральных граф. Ага. Это печально. Так, ну ребята таскают. Таскают достаточно активно, насколько я вижу. То есть они заняты. Герцог де Трюф. Давайте сюда еще одну пульнем. Герцог де Трюф. Да ладно уж. Флаг, точно. Как же без флагов-то? Так. Чего бы и нет. Развлекаемся. Отдыхаем. Деревнях говорят, что видели отряд крысы в этих краях. Печально. Не хватает товаров. Идем в ваших приказ. Не хватает рекрутов, сэр. Раз. Идем в ваших приказ. И последний. Три. Мой лук к вашим услугам. Долгая дорога. Бегом. Все, здесь 20 лучников, этого более чем достаточно. Причем, ну, действительно более чем достаточно. Сейчас вот с этим отрядом крысы разберемся. С камнями прям полная красота. Не хватает товара. Золота много. Нас атакуют войска крысы. Перекрестный огонь. Так, отлично. Что у нас по камням? По камням у нас все прекрасно, да? Дерево тоже можно продавать потихонечку. Давайте. Какие будут указания? Начинаем укрепляться. Какие указания, какие указания? Указания простые и понятные. О, вот так вот. Указания. Эй, каменные, чё филоним? А я бегом. Так. Эти. Жральни-готовщики. Эти тоже немножко пошустрее.
Амбар полон, милорд. Прекрасно.